Guys, ready? Go! Action! Это для меня уже второй Media Day, так что свободно общаемся с журналистами. И ребята счастливы, что нету тренировки и занимаются с этим. Я думаю, что это проходит все в порядке. И журналисты довольны, а я надеюсь, и наши фанаты тоже будут довольны от этого Media Day. Я увидел возможность. Вот, хорошо, улыбаемся. I'm super excited to be here. I think obviously coming in CSKA, you know, huge club, very organized, and so the integration to the team has been pretty much seamless. Everybody here, all the people around the club and the team work super hard for that, and I'm very thankful. Я выспался, ну так было запланировано. Все стандартно, в рабочем режиме, продуктивно используем время, фотографируемся, весело проводим его. Когда там ставят кого-то в пару вот сниматься, ну прикольно, вместе посниматься, там повеселиться или серьезно к этому вопросу подойти, опять-таки от настроения обоих, поэтому это веселый процесс. Уже завтра вернемся на тренировки и по нашим планам. And preseason has been smooth. You know, the coach obviously asked for a lot of discipline and hard work, and I wouldn't expect anything else. So it's just as expected. After a good summer, I was ready to come back to work. So I'm happy to be here. Настрой боевой, хочу доказать и показать тренеру, тренерскому штабу то, что я действительно достоин быть здесь и работать в этой системе, как ЦСКА. Вы художник, как видите,